К нам в редакцию обратилось несколько телезрителей с просьбой помочь им в выборе идеального попутчика. Речь идет о чемодане. В самый разгар отпусков без него никак не обойтись. К выбору чемодана лучше подходить обстоятельно. Эта вещь обычно покупается на годы. Для начала определитесь, каким видом транспорта вы будете путешествовать. В поезде главное, чтобы чемодан был поднимаемым, а для тех, кто в отпуск летит, важный критерий выбора – прочность и хорошие замки. Стоит обратить внимание на наружный материал. Плюс чемодана из поликарбоната – это яркий дизайн. Вы точно его не потеряете, когда будете встречать свой багаж. Что касается текстильного чемодана, то его плюс в том, что у него очень много карманов и отсеков, поэтому вы сможете больше увести с собой. Вес чемодана также немаловажный фактор. Самым легким считается текстильный. Он и стоит дешевле. Такой попутчик среднего размера обойдется вам в 4500 рублей. А вот жесткий поликарбонат и весит больше, и стоит дороже. От 6 до 8 тысяч рублей. Зато у него прочный каркас. А что у будущих спутников внутри? Здесь вот он в таких клепочках. Вещи укладываете, все закрываете. А у текстильных чемоданчиков здесь в основном получается один основной одельчик. Вот. И на верхней крышечке отдел на замочке. Плюс еще увеличивается верхняя крышечка в данной модельке. 25% общего объема. Обратите внимание на ручки. Металлические должны легко выдвигаться и также просто убираться в корпус. Выбирая тканевые, посмотрите, чтобы они были надежно пришиты и зафиксированы металлическими заклепками. Стоит определиться и с числом колес. Их может быть 2 или 4. Чемодан на двух колесиках легко преодолеет все препятствия. А вот четырехколесный вариант может ездить только по ровной поверхности. Заядлым путешественникам советуем выбрать резиновые или гелевые. Лучше, чтобы они были немного утоплены внутрь. Тогда потерять их вы точно не сможете. Вы не привыкли возить с собой много вещей или отправляетесь в недлительную командировку, то идеальный вариант будет, например, кожаный деловой саквояж, либо легкая спортивная сумка. В любом путешествии хочется, чтобы рядом была хорошая компания. А будет это маленькая дорожная сумка или большой чемодан, неважно. Главное, чтобы ваш попутчик был надежным, а багаж остался в целости и сохранности.